Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня на обзоре у нас ручка Bauer модель 68. Скажем так, другая по дизайну ручка, чем была в предыдущей обзоре. Вот что она из себя представляет. Это пластик. Это такая узорчатая украшение на колпачке. Это своеобразный клипса. Достаточно жесткая. Это пластик жесткий. И такое металлическое вставки и металлические украшения. Открываем. Видим золотое перо. Перо у нас 22К GP. Это все написано на пере, собственно. То есть это проба золота. И, собственно, каким образом оно получалось. Нанесением на перо, собственно, как сам корпус ручки пластиковый. Перо такое своеобразное, оно несколько не похоже на стандартный бауэровский тип, но все-таки это Bauer. А внутри под корпусом стандартный механизм совершенно, который можно снять и ставить стандартный картридж и писать также спокойно. Ручка шла 15 дней, доставка, стоимость 233 рубля. Длина ручки 139, диаметр 12,6 мм и вес 31 грамм. Ну, достаточно такая увесистая ручка. Сейчас посмотрим, как пишет перо и какое оно в мягкости. Да, толщина пера 0,5 мм, как уверяет производитель. Пишем. Итак. Итак, впечатление о ручке Bauer 68. Ручка солидная, пишет нормально. Действительно, перышко тоненькое, 0,5 мм. По жесткости, ну, стандартная, скажем, кстати, китайская жесткость, не то, не сё, в общем-то. Но, поскольку все-таки немножко такое перо своеобразное, оно позволяет делать некие такие толщины, скажем так, при переходе на различные давления на это перо. Сама по себе ручка интересная, сделана хорошо, качественно. Стоимость всего у нее 230 рубля, без всяких особых каких-то заморочек. Поэтому,
Если заинтересовала ручка, покупайте. Достаточно качественно сделано. В общем-то, Бауэр опять себя показали в хорошем свете. Рекомендую. На этом обзор наш заканчивается. Всем до свидания. До новых встреч.